Привет всем! Сегодня я расскажу вам о проекте UChain. UChain использует идентификацию зеркал с применением новейших технологий. Главное намерение создателей проекта – ликвидирование задержек в разработке на основе системы блокчейн и создание идеального баланса между масштабами, защищенностью и децентрализацией. Так как система блокчейн-проектов развивается с огромной скоростью и в скором времени станет соединять сотни приложений, то надежная система верификации и идентификации будет нужна для защищенного использования его в интернете. При помощи улучшенной экосистемы все действия на платформе будут полностью чисты и идеально защищены. Платформа создает структуру, способную поддерживать децентрализованные приложения, необходимые в различных сферах. При этом организовывается разделение между системой идентификации и удостоверением личности. Основной токен называется UST. Каждый пользователь может купить UST во время ICO. Главная цель токена – обеспечить возможность любому желающему поучаствовать в создании сообщества. Помимо этого, UST будет использован для оплаты труда создателей проекта, обеспечивая тем самым рост всей системы. Разработчики этой экосистемы хотят внедрить в систему принцип согласованного механизма и случайного алгоритма подтверждения исполнения действий, чтобы получить безупречный баланс и наивысший уровень полезности проекта. Система будет пользоваться защищенной структурой, которая будет направлена на единый способ сравнения идентичности, что создает преимущество платформы над подобными сервисами в случаях, когда необходим проход распознавания. Система работает на многих устройствах и поддерживает большое количество языков. Помимо этого, она распространена во многих социальных сетях. Платформа пользуется ресурсами высшего качества для создания экосистемы совместно с пользователями. UChain направлен на создание первой зеркальной системы распознавания, которая станет глобальной платформой с крупнейшим сообществом и самыми новейшими технологиями. Вследствие развития проекта, все пользователи, купившие токен, будут награждены в соответствии с их вкладом в рост проекта, что даст возможность компенсировать все затраты. Чтобы склонить возможных пользователей будущей платформе к покупке токена, создатели проекта UChain сделали программу для стимулирования пользователей, основанную на системе вознаграждений. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и оставляйте комментарии под видео. Впереди нас ждет еще очень много важных и интересных вещей. До свидания.